Здравствуйте, мои дорогие зрители! Хочу всех поздравить с Днем Матери, с этим прекрасным днем, и чтобы ваши детишки всегда вас радовали. А мы приехали на цветочный рынок. Вот адрес я оставлю вам в описании. И сейчас пройдемся, посмотрим. В некоторых магазинах мне не разрешают снимать, поэтому будет скрытая съемка, и там я просто вставлю музыку без слов. Вот, ну, где смогу показать, конечно, все озвучу. Вот, но постараюсь для вас снять самое все интересное. Так что оставайтесь со мной, мои хорошие. И еще раз с праздником, мои дорогие женщины. Это у нас магазин орхидеи. Здесь всегда шикарные орхидейки. Я увидела очень красивую монстеру. Она какая-то мелкая, наверное, какой-то такой сорт. Очень красивая. Вы, мои подписчики, знаете, что я обожаю монстеры, поэтому это не исключение. Очень красивые орхидеи на дугах, нереальных размеров. Цветок, наверное, сантиметров 13, а то и 15. Знаете, как сингл. Вот такие огромные-огромные цветы. Красота просто неописуемая. Вот еще на дугах. Цветы просто огромные. Таких я, наверное, никогда не видела. Вот именно на орхидейках, которые находятся на дугах. Очень круто, как сингл. Не все, немножко еще есть цветочки. Пойдем посмотрим в другом магазине, что необычная вообще.